Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Поздравления». Сегодня свой 70-летний юбилей празднует Сотникова Валентина Александровна. Любимую маму, бабушку и прабабушку от всей души поздравляют любящие дети. Татьяна, Сергей, Светлана, внуки Андрей, Илья, Артем, Катя, Люда, Юля, а также правнуки Роман и Матвей. И вот что они пишут в своем поздравительном письме. Адресую вам следующие строки. «Милая, любимая, самая добрая на свете, в этот день мы хотим пожелать тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, радости, море положительных эмоций, благополучия, бодрости духа и всегда прекрасного настроения. Пусть болезни всегда обходят тебя стороной, сердце всегда поет, а душа остается молодой и веселой. Милая наша, в этот день мы хотим сказать тебе большое спасибо, ведь ты даришь нам безграничную любовь, тепло, уют и заботу, всегда поможешь и поддержишь в трудную минуту. Мы тебя очень-очень любим. Пусть здоровье тебя не подводит, каждый день новые силы даря. Пусть счастье от тебя не отходит, за руку крепко держа. Пусть забота и быт повседневный будут ладиться с легкостью в раз. Пусть печали, усталости бледной не коснутся любимых глаз. Тебя мы бесконечно любим, дороже человека нет. Пусть горит, не угасая, в твоем окне далекий свет». Валентина Александровна, для вас звучит музыкальный подарок. Прозрачная нить с днем рождения.
сквозь тебя.